Всем привет! Сегодня нас занесло в город Чешский Крумлов, один из самых красивых городов, который даже занесен в список ЮНЕСКО в Чешской Республике. Так что сегодня вас ждет очень интересный блог. Кстати, я вот стою вот на фоне замка, а там немножко дальше, на фоне собора Святого Вита. Так что сейчас мы пойдем туда, прогуляемся по центру. И к тому же, говорят, еще до 1 января здесь еще есть новогодние ярмарки. Посмотрим. Смотрите, какой красивый старинный город Чешский Крумлов. Как красивая панорама, река Влатва, Влтава. Отель Лин, супер. И здесь красивые виды открываются. Там еще улочка. Интересно, сразу такой вход в старый город, да, Влад? Ну, вот вид красивый очень. На замок. Кстати, несколько эпох здесь его строили. Достраивали, перестраивали. Ну, в 13 веке упоминание было о нем. Ну, а потом, как и все замки, переходил из поколения в поколение. И каждый носил свою какую-то лепту в архитектуру, историю. В общем, сейчас мы посмотрим. Но так все очень симпатично смотрится. Такой приятный городок. Небольшой. Он, кстати, население 13 тысяч всего лишь. Ну, это маленький, но если сравнивать наши украинские города, ну, я родилась примерно с таким городом численности населения. Вот. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Все так. Сейчас покажу, какие тут красивые дома. Смотрите, какая архитектура красивая. Каждый домик. А не знаю, по той улице мы идем или не по той. Тут есть такая улочка, где каждый домик особенный. Она узенькая такая считается. Вот, ну сейчас посмотрим. Класс, обожаю вот эту вот новогоднюю атмосферу. Елки, обалдеть. Ой, ну тут видосик, конечно, красивый, смотрите. Обалдеть. Не, мне нравится. Я люблю такое, знаете, для меня вообще... Это в кайф. Блин, в скалах прям построены. Замок этот. Ого. Вот тут аж целых 5 уровней замка там. Ходить, не переходить его. Класс. Как же красиво только. Ух ты, какие красивенькие здесь дома. Вообще. И с елочками такими, да, Славка? Красивый город. Такой нежный, милый, приятный. Класс. Ух ты, как украшено здесь. Все красиво так, мне нравится. Город прям такой приятный, атмосферный. Эта улочка вообще классная. Очень красиво елочки эти тоже. Надо еще обязательно вечером здесь пройтись. Как раз заселимся в отель. И пойдем гулять. Гулять по прекрасному городу Чешский Крумлов. Я, кстати, очень давно хотела здесь побывать. Хотела побывать здесь, конечно же, летом. Но ярмарки продолжаются. Ух ты, красиво там тоже вид. Ярмарки продолжаются аж до 1 января. И я как раз вовремя приехали. Мы сегодня 29-е. Ух ты, как видите, красивая улочка здесь. Но людей, хотящих здесь сфоткаться. Ого, какой большой, огромный, интересно, что же это? Это, наверное, собор Вита Святого, которого было видно нам. Ой, класс. Мне так нравится лестница такая торжественная. Сейчас поднимемся, посмотрим. Мы, в общем, сделаем так. Сейчас будем идти, что по дороге интересное смотреть. А до замка можно, в принципе, завтра утром подбежать. Сходить. У нас еще до утра есть время. Вот. Да, а это костел. Сейчас мы в него зайдем. Там вход, он, дверь. Люди идут. Очень интересно. Красивый город. Ух ты, какой красивый. Елочки украшены так.
Да-да-да, это костёл Святого Вита, точно. Эти монетки можно сделать, богослужбы здесь проходят. А, ВДМ, вот, рождественский здесь, красивый. Мне так нравится вот это вот все. Вот еще здесь арханы есть. Кстати, очень грустно, когда арханы тают, музыка такая мелодия, мне так нравится. У нас в Чевице как раз и починили арганы, вот я ходила на службу воскресную. Звук живой пение, вот именно на вот эту вот рождественскую, которая 24-го в ночь. Очень интересно. Сюда еще не снимала, тоже красивая статуя. Украшено так все по-новогоднему, очень мило, атмосферно, рождественски. Вот моя любимая торжественные рождественские ярмарки. Сейчас посмотрим. Здорово. Блин, класс. Класс, это ж чумовой столб Святой Анны, точно, я о нем читала. В общем, этот столб, поставили в конце победы над болезнью чумой, от которой пострадала практически вся Европа. Много людей погибло от этой болезни страшной. Ну и вот Святая Анна сверху, а здесь рядом святые. Тут есть и Святая Варвара, чешская наша Варвара. В общем, очень интересный исторический вот этот вот такой, есть один из самых красивых, конечно. Ну и здесь, смотрите, здесь идет куча домиков, куча таких вот интересных, вот, тырдельник, он продаются чешские, всякие, вот, класс. А то атмосферный городок, площадь такая небольшая совсем. Здорово. Новогодняя елочка чешского круглого, вау, симпатичная. Вот мне нравится, что здесь елки все живые ставят. Да, сфоткаю. Конечно. Ух ты, какие необычные здесь игрушки. Клоуны такие интересные. Принцесса какая классная. Здесь еще. Вау. Мне вот эти штуки всегда нравятся. Смотри, я попробую красивые. Домики такие. Ух ты, какие красивые эти магниты. Здорово. Ух ты, видите, красиво так все. Классно. Ой, как красиво. Вау. Я была в Мейсене в Германии. И там тоже был городок такой атмосферный, рождественский. И, кстати, где-то примерно в такие же числа я была. Вот чем-то мне напоминает. Вот, посмотрите мои предыдущие видео, там есть Мейсен, очень красивый город немецкий, обязательно надо побывать. Вот чем-то вот и чешский круглов похож, но вот не знаю, такой вот интересный. Детям нравятся вот эти сладости, которые на развес, вот, что в Праге, в Страсбурге тоже были, в общем, которые везде. Ну, посмотрим за хорошее поведение. Хорошо. Хорошо? Будешь хорошо себя вести? Да. Хорошо. Все, слово пацана? Да. Давай. Ой, тут, короче, еще есть. Ух ты, какая там улочка тоже узенькая. Но мы пока пойдем туда, глаза глядят. У нас еще. Нам еще бы заселиться в отель. Но мы туда попозже. Мы хотим по-светлому, пока есть возможность походить, погулять. Потому что завтра нам в 13 уже домой ехать. Но мне ехать сюда далековато. 4,5 часа. Еще плюс потом домой, часов 5 выходит. Ой, как. Красиво, вот эта река Полтава, вообще обалдеть. Смотрите, какая она несущая, бурная, красивая такая, прям мощь и сила. Вот это речище, да, течение какое сильное. Вау. С этой стороны прям еще красивее. Туда бы еще наверх забраться. Вот классно, мне нравится. Чем-то так напоминает, еще мы были в замке в Раном Надии. Вот. Красиво, вот там еще посидеть, вот где люди сидят, вообще так атмосферно. И это речище, ух, красиво очень. Тоже статуи здесь такие вот украшены. Вот Иисус. А мы идем туда, куда люди ведут нас, когда толпа нас несет. Туда идем.
красивые здесь витрины. Прям класс. Рождество, Рождество. Прям как в Страсбурге. Вот, кстати, об этой улочке я читала. Она называется, я уже не помню как. В общем, она очень узенькая, и тут каждый домик особенный. Вот, средневековье. Вот, они построены где-то. И вот особенные. Вот сейчас мы поднимемся и пройдемся по этой улочке. Сейчас как раз мы по ней пройдемся. Ох, тут куча всякого антиквариата, продают тут. Китайцев. Все как надо. Какие красивые двери здесь. Ух ты! Смотрите. О, как раз никого нет. Можно спокойно пройтись. Ух ты. Окей, домик 8. Да-да-да, вот каждый пронумерованный. И в каждом вот кто-то раньше жил, это не знаменитость. Что-то такое, какой-то кто-то жил, что его могила рядом. Интересно. Ну, я не экскурсовод, сразу скажу. Вот. Класс, пенсионы тут пооткрывали. Еще прикольно здесь так жить. Вот сюда мы вышли. Не знаю, наверное, сейчас пойдем туда, вниз, к замку.